Сейчас. Вечерняя Прага. Где у них центральная елка, интересно? Здесь тоже Мариат. Ладно, доберемся еще до тебя. Друзья, мы сейчас находимся в Праге. На улице наступил, в общем, вечер. Все красиво, прекрасно. Все нормально, просто гуляем. Встречаемся с разными людьми, общаемся. К сожалению, местные жители никак не могут с нами встретиться. Все в основном приезжие, которые сами хотят увидеть, что здесь и как здесь. Поэтому тут больше мне приходится показывать, что к чему, чем мне показывают. Такие вот вкусности мы тут видим. Разные. Предлагают нам. Так, сейчас посмотрим. Шапочки нам не нужны. Как местные жители выпивают. Напиточки. Еще пивка интересно. Вообще здесь очень огромное количество пива. Любого на выбор. В основном старопраман. Одно такое ощущение, что вечером здесь сидят и только пиво пьют. По всем барам. Так, ладно. Пойдем дальше тогда. Чай. И очень много трамвая. Везде трамвайные линии. Вообще красивый город. Не такой быстрый, как Варшава, куда мы сейчас прибыли. Но все равно движение здесь ночью идут. В
очень даже в большом количестве. Так, что у нас тут? Это центр. Здесь, скорее всего, снимать нельзя. Снимать можно или нельзя? Снимать можно? Не знаю, правда. Если ты не мать про себя... Снимать. Про свою потребу, да, про свою душу. Окей, спасибо. Снимать, говорит, можно, если для себя. Конечно, для себя, для кого еще. О, тут такой сходничок не слабенький. О, здесь повеселее будет. Маленький центр. Здесь тоже идут приготовления. Все в огнях. Для меня здесь интересного ничего нет. Так, еще у нас рано, еще час у нас до встречи. Даже еще час 15, 10 минут, почти час. Огонь, кстати, не настоящий был. Очень красиво сделали. Чешский язык, конечно, не русский, но можно понять, о чем они говорят, если очень сильно захотеть. Если это нужно очень сильно. А так, в общем, все равно языки разные. Хотя польский понять легче было. Кстати, спасибо охраннику, который разрешил нам снимать, потому что охранник, который был в Каунасе, сказал, что снимать запрещено. Вот на видео, но можно фотографироваться. Разные морские деликатесы, все цены в чешских кронах.
начинаю замечать, что в Европе одинаковые магазины везде. Посмотрим, что дальше будет. Сейчас надо найти этот телефонный аппарат еще раз. Вообще утомительно, когда постоянно приходится, чтобы позвонить, искать вот телефонные аппараты. Мобильные уже настолько... Ой, вошли в нашу жизнь, что это очень сложно, когда их нету. А с другой стороны, это прикольно постоянно, чтобы позвонить, надо, как в старые добрые времена, искать или автомат, или где-то телефон, чтобы позвонить, с кем-то встретиться. Да. Что, друзья, мы на время прощаемся. Это была вечерняя Прага. Смотрите Анзор ТВ, мы двигаемся в солнечную Калифорнию.